Привет. Сейчас покажу свой аккаунт за 2 года игры. В этот аккаунт было закинуто не так уж и много, порядка 30 тысяч рублей. Начнем с штурмовика, это золотой звал. Покупал за 600 кредитов, это просто, я жалею об этом, правда. РПД, МК и Беретта я покупал за фикс прайс. Кнопку код, кажись. Потом это F90. Это с моего пропуска 2 фамоса, до сих пор не понимаю, откуда у меня 2 фамоса, я с ними ни разу не играл. Ну зачем ты меня приглашаешь? Это говно, я с ним вообще никогда не играл, как добавили, ни разу в руки даже не брал, правда. Стэн это за коробки с РМ упала, это я собрал в карточках. Хова, в принципе, ну еще АК-12. Почти весь донат не падает с 5 коробок. Есть парочка донатов, которые упали не с 5 коробок, а с 10. Так, пистолетики. Максим тоже покупал в Новый год. Наполнение счета. Люгер. Что у нас там? Макаров. Ну, тоже я с ним не играл. Вроде бы ни разу даже. Перед золотой. Тоже с 5 упал. Рина. Это боевой пропуск. R8. Килтек. Ну, в принципе, все. У меня остальные пистолетики такие. Неинтересные. Ножики. Бабочка тоже в Новый год за пополнение счета покупал. Нож десантника. Ну, я не понимаю, откуда у меня половина ножей, я их не помню, я их не покупал. Керамбит. И все. У меня много ножей, но они почти все однотипные. Там в разных скинах. Много ножей в разных скинах. Все, да. Медик. На медика, в принципе, тоже ничего особенного нету. Это Марлин, Кобра. Сейчас без кобры никуда. У меня, кстати, кажется, 3 марлина. Это... А, нет, у меня 4 марлина золотой, хитин, тень и полтергейст. Нифига, 4 марлина. Бенелька. Я с ней давно играл. Прям очень много играл с Бенелькой, но теперь она не убивает почти в упор даже. Хант, Скон. Ну, как бы миник у меня не особо такой заряженный. Инженер. За инженером я МБшку упала тоже 5 коробок. И вот это говно, чуть ниже, даже не буду название говорить. Это не пушка. Я сыграл пару мясорубок и пару опасных экспериментов, чтобы набить досягу просто. Все, в принципе, тоже здесь ничего интересного нету. У меня аккаунт максимально дешевый. В нем нету ничего особенного. Снайпер это бушмастер, с которым я в последнее время играю очень часто. Так же, как со скаутом. Вот это 2 моих любимых пушки сейчас. Коряк, АТ-шка, Кракен тоже купил за фикс прайс. Скаут тоже за фикс прайс покупал. Выхлоп, Энфилд. Ну, в принципе, здесь тоже пушки не очень интересные. У меня в целом склад неинтересный. Да, все, там больше ничего нет. И снаряжение. У меня нет никакого снаряжения почти. Я беру какие-то такие очень странные сборки, там шлемак, боевой жилет, боевые перчатки и шторм, ботинки зачем-то. Инженер у меня фулл шторм, и медик у меня Blackwood. Я в последнее время, мне не нравится шторм на медика, он медленный какой-то. А штормом я не играю, даже тут типа, мягкие ботинки стоят. Блять, оправдываюсь. Так, и все. Ну, камуфляжей у меня очень много. Зацикливаться на них смысла нету, их правда очень много. Там из боевых пропусков я отдельно покупал за первой лиги очень много. Брелки. Ну, в принципе, могу достижения показать, но я думаю, это не очень интересно. Достижение как достижение. Сейчас быстренько пролистаю просто там жетончики и значки. Как бы нету там никаких супер крутых достижений. Ну, в принципе, все. Это вот был мой обзор на мой аккаунт.